Доброе утро. Доброе утро. О, и кофе, спасибо. Конечно, держи. Я тебя поздравляю. Сегодня последний день в школе. И завтра мы едем на каникулы. Ура, красота. Ну что? Пора будить этих монстров. Ура, последний день в школе. Оле, здорово. Вы уже и проснулись? Да. Оставляйте Мурочку и быстро кушать. Давайте, сегодня концерт, и завтра начинаются каникулы. Сюсик с мамой пойдет в школу. Пойдем. Сегодня у Кати, кстати, новогодний концерт, и, возможно, ты будешь выступать соло на своем музыкальном инструменте. Давай, пошли кушать. На свое место, мужчина. Давай, вон ваше место. Вот. Пока тут дети завтракают, будто завтракают, на самом деле играют в разгадки. Я хочу что-то показать. Приятного аппетита. Спасибо. В Англии очень популярно дарить друг другу вот такие вот поздравительные открытки, связанные с разными праздниками. Вот так как сегодня Рождество, вот такие вот открытки подарит Катя своим подружкам. Вот ей Катя, вот Кате, кстати, написали некоторые из девочек поздравительные открытки. Например, вот это вот от одноклассницы Фриды. Для Катерины от Фриды. Очень красиво и мило, даже что-то нарисовано. Снежок, смотрите. Так как сегодня у нас пошел снег. Кстати, в Англии я никогда не видела снега. Вот сегодня пошел. Приятного аппетита. Давайте быстрее, и надо ехать в школу. Через 20 минут начинаются уроки. А ну-ка, быстренько на выход. Бегом. Мурка тоже вылетела. Все, папа с Максом едут на машине. Макс забирает после школы своих друзей. А мы, Катя, поедем на маминой машине. И увидим, кто первый приедет в школу. Ха, садись, дорогая. Давай. Кто первый выйдет из дому, тот и первый в школу. Точно, давайте. Все, встречаемся в школе, мальчики. Пока, Макс. Пока-пока. А вы обратили внимание, что буквально пару минут назад шел снег, хорошенько так, а сейчас на улице уже дождь. Смотрите, за окном. А? Мадам, вы как там? Хорошо. Что делаешь? Зарядки мало, но все равно есть. А ну-ка, мы уже с Катей подъезжаем, смотрим, есть ли мальчики или нет, или все-таки они сзади остались. Ура! Вот и школьный автобус детский. Так. Куча машин. А где мы припаркуемся, интересно? Так, Катюшечка, берем свои все вещи, выходим и встречаемся на концерте. И платье, конечно же, тоже. Это Катина красивое платье перед выступлением. Все тогда. Встречаемся на концерте. Хорошо, дорогая? Да. Хорошего тебе дня. Пока. Пока, дорогая. Папа свою машину оставил вечером деток забирать. А сейчас мы едем домой и через пару часов едем на концерт. Are you excited, папа? Yes, of course. Так ты будешь одевать там что, там платье, каблуки высокие, да? Я не да? буду, мы все подготовим. А, я лично? Ты лично. Я лично, ты да. Ты же на концерт идешь. Действительно, норковую шубу и шапку с крестом. Итак, сейчас. Время почти 2 часа дня. И мы едем. Куда мы едем? На концерт! На концерт! Там будет выступать мисс Кэти. Мисс Кэти будет соло выступать. Ох, если она классно выступит. Короче, главное не смеяться. Если не судите строго. Ребенок 2 месяца занимается на сопилке только. И на флейте, то она идет, а будет выступать на сопилке. Кстати, ее личный выбор. Да. Я никогда и не думала, что Катя будет на чем-то играть, но она попросилась сама учительница играть на сопилке. Так что посмотрим, что у нее получилось. Кстати, как вам моя машинка? Как моя машинка? А как твоя машинка? Машинка simply the best of the best of the best. У нас уже был, кстати, показ мод от мисс Кэти, помнишь? Честно, не помню. Катя ходила по подиуму с моделями. В 2 годика, да. А сегодня у нас будет концерт от мисс Кэти, смотрите. Я надеюсь, нам еще и разрешат снимать, потому что в школе обычно запрещено снимать. Но запрещено так как... чужих детей снимать, но Катя же будет одна играть. Да, так что попробую вам показать концерт. Крисмас-концерт. Смотрите, в школе уже все горит. Jingle и нас там ждут. Jingle bells. На полчаса раньше приехали специально, чтобы занять нормальные места. Самые последние. В общем, ждем выступления нашей Катерины. Она будет играть, и она даже есть в программке. Да, вот она.
Фамилию надо заблюрить, вот, не смотрите. Да, никто не видит, как фамилия у Кати, еще никто не знает. Уже все знают, где мы живем, еще фамилию не знают. Никто не знает, где я. Это секрет. Концерт Едем домой, сейчас к нам приедет куча Максиминых одноклассников. Катя нам ничего не рассказывает, у нее какой-то там секрет. Я поставлю эту подъелку. Подъелку? Что-то она такую интригу держит, ты ничего что, не Мороз? Рассказывает. Она была под елкой уже. Вау. Ну, в общем, давай тогда едем, ждем мальчиков. К нам приедет сейчас 5, а то и меньше человек. В общем, будет веселье. Вы можете посмотреть только под елкой. Только под елкой. Окей. Катюха, расскажи, как тебе выступалось? Були-пули. Классно? Ты была уверена, тебе все понравилось, тебе хорошо выступалось, правда? Один пальчик вверх, один пальчик вниз. А почему так? Это чтобы вам на выбор понравилось. Так, вот мы и дома. Интересно, что же там у Кати такое, что это она не рассказывает? Готова? Да. В общем, только, Катя попросила меня не смотреть, что же там под елочкой, потому что Дед Мороз принес ей класс, а потом она под елочку в доме спрятала. Ух ты! Там был подарок! Упакованный подарок. Интересно, что же там? А ну-ка покажи нам. Давай. Давай раскрывать. Не ждем Нового года. Прям сегодня разрываем, раскрываем, смотрим, что же там внутри. Потому что... Можно я это оставлю для заколки для Моки? Конечно, для можно. Для украшения. Конечно, можно. Показывай, что же там внутри. Я не могу дождаться. Ух ты, прям не распаковать. Что там? Фламинго. Ты об этом мечтала, что ли? Вот это Дед Мороз. Он знает, что тебе дарить, видишь? Давай, шли, шли. Да, я не могу дышаться. Давай, шли. Очень красивая. Мама, дайте. Все, открываем прямо сейчас? Да. Ну, давай, не могу дождаться, не могу дождаться. Катя. Пошли. Смотри, ух ты, тут кукла, разные игрушки дай к ней. Ножик, дай, пожалуйста, ножик. Ну что, получилось? Да. Ну такая красивая куколка фламинго, очень. А туфли какие у нее моднючие, класс. У них а что это у него на голове? Ух ты, это такие вот украшения, как на пати разные, день рождения и так далее. Хочу эти украшения какие-то снять. Какие-то вот подставочки. Снять украшения. Ну, наверное, можно снять. Ну отлично, да, все, играй. Классный тебе подарок Дед Мороз принес. Тут есть расческа. Сейчас будем снимать ее. Ну что, ждем мальчиков? Да. Я вам просто попробую показать, как они заходят в дом. И потом выключу камеру, потому что детей еще же их снимать нельзя.
Какая красота! Очень празднично. Итак, они приехали. Сейчас просто ждите и смотрите, как они залетают в дом. Они просто разносят все, эти мальчики. И, кстати, Катя сегодня должна была девочка прийти в гости, но, к сожалению, она приболела, и мама ее не пустила к нам. О, началось. Залетели. Первый Макс. Оденься, толпа. Все, на этом будем заканчивать, потому что вот такой дурдом будет на протяжении 2,5 часов. Вот это тараны. Нет, только не снеговик. Это какой-то капец. Катя в шоке, только ходит и спасается от них. Катя нашла выход защиты. Надела метлой, Катюха, догоняй их. Нечет еще. Вот это да! Надела, Катя! Ну что, Катя, получилось? Я scary time. Устроила scary time? Да. Ну, в общем, крутой у тебя сегодня ролик получился. Такой насыщенный, правда? Они все догоняют! Убегут! Убегут! О май гаш! О май гаш! Божечки, наконец-то все закончилось. Подписывайтесь на канал Мишкетти и поставь лайк. Кому радостно, видите? Поставьте лайк Кате. Она сегодня очень красиво выступила. Но как они меня замучили, эти дети? Эти плейдейты.